Так, ну, все-таки, мне кажется, убог было. В плане растянутой вот этой с полосками, поэтому возвращаю такой вариант. Так. Но теперь вам будет плохо видно то, что по бокам от меня. Так, надо практику выехать. Сейчас, секунду. Сегодня руль высох, так что без штурвала будем за победу бороться, я думаю. Победа близка. Стокруговая тошниловка, надо возвращать лицензию. Ничего не поделаешь. Сегодня, причем я, наверное, несколько таких проеду. Нихуя себе вот это время. Жестко. Что-то мне не хватает сопротивления в руле, как будто. Слишком легкий руль. Может, я его поставил плохо? Да нет, вроде. Наверное, после штурвала просто непривычно. Вчера чуть руки не сломал. Так-то настройки те же самые.
Блять, как-то, не знаю, что-то с рулем прям вообще как будто нет нужного мне сопротивления. Повреждение ходовой части. Не понимаю, в чем проблема. Реально, что ли, после этого вот так, после... Твоя машина слишком сильно повреждена. Похоже, нам понадобится буксировка. Сейчас, погодите, разберусь. Прибавлю немного еще, хер его знает. Блять, руль может переподключить, херня какая-то. Нормально. Сейчас надо проверить, смогу я так вообще ехать тогда или нет. Если нет, то придется дрочиться сейчас. Просто гонка раз в 2 часа, ее пропускать никак нельзя. Я сейчас уже не успею с рулем разобраться. Но что-то не то с сопротивляемостью. И с обратной отдачи ее как будто вообще нет. Это абсолютно пустой руль. Не, что-то не то. Но времени уже нет. Будем ехать так. Так, а если вообще руль отпустить? Не, ну форс-фидбэк какой-то передается. Я чувствую кочки. Но почему-то... Сама рейка как будто слишком пустая вообще, блядь. Непонятно. Как будто реально какой-то ультра-гипер-гур включился. Ладно. Поебать. Такое бывает при переключении рулей, наверное, между собой. Здорово. Здорово. Что-то у меня после того, как я вместо штурвала свой руль воткнул, что-то с рулем не то. Я сейчас ехал. Какой-то прям пустой он стал прям совсем. Есть отдача, но какая-то супер слабая. Не знаю, или это просто после того, как я вчера потел на этом ебучем штурвале, мне так кажется. Ты в эти потом настройки зайди, я гляну, что там у тебя стоит вообще. Я уже максимально там все накрутил. Да? Да, и вроде как датчики показывают, что сопротивление большое, но на самом деле я как будто вообще без него. Ну ладно, я думаю, уже поздно, потому что не хочется сейчас ждать. Ну, у тебя на самом-то деле руль, блядь, огроменный. Он сколько? 350 миллиметров, да? Я не знаю даже. Да он огромный. Если модератор... Ну, спасибо, приятно так слышать. Если модераторы есть в чате, то там закрепите Евгения канал. Спасибо. Чтобы к нему тоже переходили, смотрели, как он спотерит. Но, короче, чуваки, едем вот это говно 100-круговое. Надо
О, кстати, 29 человек, я под 20 номером. Так что надо проехать хорошо и вернуть хотя бы рейтинг безопасности для начала. Также от Максима Комбо поступило предложение. Спасибо, Спанки. Также от Максима Комбо поступило предложение всем зрителям купить непопулярный спринткар и врубиться там тупо рейтинг, набивая себе. Но не знаю, насколько это адекватно. Сейчас посмотрю, что это вообще такое. Дачный гонок, да. Ну, вчера пятое заняли, причем до второго я прорвался там, на финиш в замес попал. Но 99 кругов я ехал в круге позади, потому что меня выбили на первом. Посмотрим, как сегодня будет. Надо еще настройку не забыть поставить гоночную. Напомню. Угу. Ну, мне сейчас главное без замесов. У меня из-за того, что я вчера какое-то дерьмо поехал по совету Жени, блядь, у меня вообще полтора осталось в гоночной лицензии. Я уже сейчас на Б-ранг свалюсь, на лицензию Б. Поэтому сейчас даже важнее без инков, короче, максимально. Silver Crown Cup. Ну, я гляну. Я видел твое сообщение, я сейчас посмотрю, если там, типа, достойный автомобиль. Я даже не знаю, есть ли у меня на самом деле сейчас деньги на счету, чтобы что-то купить в iRacing. Не самая простая задача нынче. Че, с Ворда слез? Несчастливый Форд какой-то. Ни одной победы на нем. Может быть, на Шевроле хотя бы повезет. Я уже давно не катаю на Форде. Только в РНЛ. Хотя я слышал историю о том, что когда вышли Next Gen кары, именно Шевроле был забагован, и ему скорости не хватало. Так, но я рисковать не буду. На практике я, конечно, рисковал, близко к стене ехал, но я не уверен. Все-таки надо привыкнуть к баранке круглой. Так, ну это совсем плохо. Ладно, надо это... собраться... Да, это ужасная будет квала, меня прям снесло. Ой, настройки, конечно, блядь. И сама машина очень лузовая. Да, парашный был круг. 313, это прям кошмар. Ладно. Еще какие-то погодные условия необычные, типа очень холодно, походу. Тучки. Да. Сцепы вообще не было с дорогой. Ну ладно, ничего страшного, это 100-круговая гонка, и она на лицензию. Мы здесь за победу не будем бороться. Печаль, что людей много в гонке. Немножко. Было бы хорошо либо третьим, либо пятым стартовать, а не четвертым, как сейчас. Ну, это не их свиньте в любом случае. Если пятым сейчас останусь, было бы... Да, давно я так парашно не сдавал квалу. Так, сейчас я настройки прогружу сразу.
Нет, дождь вряд ли пойдет, ребят. На вайрейсинге. Так, шестой это тоже не очень хорошо. Вот седьмой уже было бы лучше, конечно. Но с моим везением очевидно то, что так и буду шестым. Ну ладно, поедем снаружи. Какие-то люди там точно будут. Надеюсь, не замесят. Главное, чтобы три в ряд не поехали сразу. Посмотрим. Я думаю, тут не поедут, как 100 кругов нахер это надо. Кстати, Илюх, я узнал по поводу руля, его поставить можно, но ни одна из кнопок работать не будет. Да, это бессмысленно тогда, потому что вообще, он сам да, себе забей. Уебанский. Угу. Легче просто любой тогда. Да и ездить без кнопок, посмотреть налево-направо, это вообще не вариант. Да, но вчера на первом, на этой гонке вчера на первом круге меня выбили, я причем с Поула стартовал. Так что, в принципе, насрать на самом деле. Тут главное выжить в начале. И... В принципе, плохо, что внешка, но... Придется остановиться для дозаправки, прежде чем гонка закончится. Так, ты на споттер зашел? Да, я здесь. Я сижу, жду. Ты там общаешься? Да нет. Так, просто к тому, чтобы там по пятам самому не прожимать ничего. Две тысячи часов. Сопеть в поворотах. Ну, конечно, буду. Я же соплю не специально. Когда едешь в гарнитуре, это слышно. Без сопения тяжело, без кряхтения. Как бы совсем сложно становится. Поэтому надо сопеть. Есть три дополнительных комплектов шин. Удачи в гонке. Топ-1 сегодня вряд ли. Сегодня надо 100-круговое дерьмо ехать, лицензию возвращать. Выиграть ее, мне кажется, невозможно. Видите, он у меня А1,4. Надо хотя бы 2 вернуть. С половиной. Будем надеяться, что без замесов обойдется. Каких-то лютых. На этом круге будет старт, твоя задача не затупить. На рестарте внешний ряд. И ты закрытый, повторяю, и ты закрытый. Держись за номером 17.
Удачи. Спасибо. Ну, пока все грязно, некуда встать. Угу. Бок о бок. Три ряда. Блять. Чисто. 5-6. Грязно. 6-6 меня. Сильно. Бок о бок. Хорошо. Угу. Низ занят весь. Аккуратней. Да-да-да. Чуть-чуть повыше иди, да. У меня что-то машина лузит люто просто. Чисто. Да, я вижу, он улетел. Но мне инки не дало. Блять, какая скользкая трасса, братан, такого еще не было. Ну ты вот здесь вот так иди, не приближайся просто. Я понял. Сейчас резина прогреется, чуть получше станет. Самое главное, помни, что когда ты полностью газ отпускаешь, машину разворачивает. Угу. Короче, я еду на безопасность, забей на все, да, мне да, похуй. Да, бок о бок, чисто. Поверху проходит тебя. Угу. Бок о бок. Все чисто. Верхняя линия только едет. Нижняя да не едет вообще. По хуям вообще. Резина прогрелась. Я... Ты просто последний из этой группы, не отставай. Стараюсь от них не отставать. Угу. Ну, с ними остаться. Я понял. Сейчас тогда газ в пол по гоночной. Все, нормально, догнал. Я... Ну, лучше не лезть вообще вот так, пока ехать, пока сзади не догнали вас. Угу. Наверное, после этой гонки компьютер перезапущу, что-то у меня какие-то лаги. Там сзади догоняем, да? Да, ну нормально, оставайся здесь. Ну там просто весь пелетон вас догоняет, и все в одну линию едут. То есть если даже подняться наверх, пропустить, тебя затолкают. Держи, да, вот, я думаю, наверное, вот такое расстояние перед ними, и просто и доезжай. Все равно тут далеко не провалишься. Меня позиция вообще не волнует, если честно. Я понял, все. Рейтинг похуй, потом отыграю, у меня важнее сейфти. Слушай, мы вчера ехали, блядь, понабрали 8 инков, просрали круг и чуть не выиграли. Так что... Ну, будет возможность тогда, да, так. Тут, кстати, у тебя соперник 6,4 ка рейтинга. У меня сейчас соперник основной, это мой руль, блядь. Бок о бок. Они вдоль стенки идут.
Близко. 18-й на тебя спустился в повороте. Три ряда спереди, авария, вниз. Вот, хорош, все. Тут уже вниз нельзя было уйти, я уже в вираже был, меня бы в стену унесло. Не-не, я имел в виду, что... Я понял тебя, я понял тебя. Так, 11-й круг. Ехать за резиной и заправкой? Нет, мы все равно не доедем до финиша. Ну вообще смотри по лидерам, если они заедут, нам надо остаться в одной тактике с ними. Окей. Ну я думаю, это глупо заезжать сейчас в пит. Посмотрим, как они сработают. Питлейн открыт. Держись за номером 15. Ну что там? Я пока не вижу. Да, пока не собираются вроде. Я тебе скажу сейчас. Угу. Не, остаемся. Ты подключи, подруби передачу повыше, там, четвертую какую-нибудь, пятую. И я едешь, четвертую чтоб... еду. Блин, еще не проснулся. У меня, короче, вообще нет сопротивления в руле, то есть у меня просто баранка пустая абсолютно. Что-то при переключении, видимо, фанатек баганул, надо комп перезагружать, я еду без... То есть форс-фидбэк при этом у меня есть камни, я чувствую, а руль вообще, то есть, ну, без какого-то... Сопротивления? Да, да. Не скажу, что это совсем пиздец, но если меня понесет, я не отловлюсь. И... А ты штурвал можешь на ходу поменять? Не, мне кажется, это... Если я сейчас руль отсоединю, воткну и что-то не заработает, то это пиздец будет. Да. Я просто никак понять не мог на практике. Я думал, может, просто машина такая разгруженная, блядь, но нет. На самом деле, придется очень точно рулем работать. На клаве, да. На клаву пересяду, точнее, если вдруг руль не то самое. Там что, 6500 чувак улетел, что ли? Я его больше не вижу. Да, все, вылетел. А, нет, подожди. Внимание, в конце вылетел Исаак. Наше место на старте, внешний ряд. Блять, опять верхний ну... ряд. Как будет возможность вниз уйти, сразу говорить. Ну хорошо, чувак с большим рейтингом едет позади где-то. Он там и ехал. Бок о бок. Бок о бок.
Бок о бок, бок о бок, бок о бок. Вижу, чуть вижу. Пред... Нет, не, не влезешь, не влезешь. Три ряда, Илья. Три ряда. Три ряда. Два ряда. Бок о бок. Так, иди по внешке, вниз не спускайся. Он тебя засайдрафтил. Бок о бок. После белый-то можно будет встать? Да, все, чисто, вставай. Блять, они что, серьезно? Ну, езжай по Одессу один. Кто-нибудь может поддержит. Только не толкай его, наверное. Да, да, да. Если его самого на меня не вытолкнут. Сверху он как-то. Бок о бок. Там куча тебя сзади едет, а они есть что поддерживать, чисто у тебя. Угу. Бок о бок. Держи просто свою линию и все, там на внешке всегда машина походу теперь будет. Аккуратнее. Бок о бок. Ну все, тут теперь всегда у тебя постоянно справа машинка будет. Вот сейчас чисто, но наверх лучше не надо. Давай чуть поближе к ним. Тебя сзади поддерживают. Я понял. Ну, вот так нормально. Чтоб никто перед тобой не залез. Очень плотно все едете. Аккуратней. Блять, трасса просто скользкая очень, я не знаю, ну, угу. Типа... Нормально едешь? Постепенно лидеров догоняете. Ох, давай побыстрее, там 14 очень плохо едет. Сзади тебя. Точнее, он рядом с тобой, он виляет. Не, бок о бок. Чуть-чуть поближе к этим подъедь. Вот восьмой нормально едет, который теперь бок о бок.
Ты, главное, сам не расслабляйся, потому что концентрацию потеряешь и... Нормально, давай. А теперь тебе надо работать с лидером нижнего ряда. Так вас поддерживают там спереди. Я видел. Так что можешь не толкать. Блин, чуть не выстрелило. Сильно потерял. Нормально. Ну там чуть-чуть бы плавности, прям самую малость добавить в движение руля в тревале. Очень трудно, блять, понимаешь, руль пустой вообще. Я стараюсь, нормально. Как могу, типа. Главное, не разворачивай. Очень плотно идете. То есть, ну, между вами корпус стабильно, между линиями. Справа чисто, уже грязно. Мне кажется, сейчас вы поедете вперед, до первого места доедете. Справа чисто. Я не буду перестраиваться. Ты, главное, просто говори то, что если кто-то от меня смещаться будет. Хорошо. На это похуй, если что, мне поебать. Нам на тормоз пришлось нажать, чтобы ему в жопу не влететь. Нормально, вы бок о бок идете, там между вами корпус все тот же. Блять, сбоку от тебя человек не очень уверенно едет, он к стенкам там прилипнет, облизывает, так поаккуратнее. Шинам пизда. Нормально все, держи ряд. Там спереди борьба у них жесткая. Аккуратней. Все, прибавляй. Блин. Нормально. Side by side. Бок о бок. Чтоб что-то новое услышали. Так, к стене прилипла верхняя линия, аккуратней.
Пизда, прям меня. Четыринка. Ничего страшного. Еще долго. Колесо. Не, у тебя там ничего не загорится, ни флаг, ничего. Блять, сука, 4НК. Я вообще, ну, не то, что не виноват, блять. Просто ехал. Ну, за что, вот, блять? Ну, как эта игра работает? Просто пиздец. Так, чё, хватит до финиша, если сейчас залиться, не? Так, у нас какой круг-то? Да, хватит. Ну, нет, притык, всё. Ну, заезжай, заправляй полный бак. И... меняй колеса. Ты все выставил? Держись за номером 18. Да. Ты поставил 27 литров залить, если что. Я выставляю. У тебя пит открыт? Да, я уже заезжаю. Все, я поставил полный бак. Включи мне этого Енисеева, чтобы я не провафлил. А он включен. Ага. Ты же высоко отвалился, он у тебя там в самом начале. Где-то там. Два. Один. Стоп. Говорит? Все, заехал. А он 40... тебе говорил, отчитывал? 46 секунд ремонта. Не чинись. Ты серьезно? 46? Да и ничего страшного, она дальше поедет. Трогайся. Он тебе отсчитывал, Енисей? Да. Блять, я превысил. Нужно выстроиться в одну линию с другими. Мне дроп тузент не дали. Ты когда превышаешь прямо по тормозам, бей. Я так и сделал. Я понял, да, что там средний. На километр, да, на 10 сбрасываешь, а она не даст. Да мне кажется, можно было и вычиниться, ну ладно. Короче, когда я говорю поаккуратнее, это значит, что спереди какая-то херня происходит. То есть, ну просто там, ну, замедлился ряд, гармошка собралась. Я понял, но здесь-то, блядь, ничего не сделаешь. Не, здесь это вообще, тут ничего. Заложник ситуации. Причем он, блин, из всех машин в меня именно улетел. Козел, блядь. Пишет 74 круга. Как раз. У тебя сцепление есть, можешь сжать под желтым флагом. Так, вот я нажал, и что? Ну, катись. На выжатом просто, да? Конечно, да. У тебя же оборотов нету, и мотор не жрет. Только холостой ход работает. Да, действительно, качусь. Блять, чуть не прикатился. Ну да, надо следить за этой херней. Ой, снова внешка. Да. Все нормально. Спереди аккуратней. Чисто. Крой, быстрее крой. Ну, Илья, надо порезать чуть-чуть. Все нормально. Непонятная ситуация была в целом, блядь. Впереди остановились. Спереди передачу человек не воткнул, в отсечку уперся. Чисто. Бок.
Ну все, ты теперь остаешься во внутренней линии и продолжай. Нижняя линия прям бок о бок, два ряда нос в нос идут. Если кто залезет в третий ряд, сразу скажу. Опять этот хуй. Сверху чисто. Ёбушки-воробушки, ну как-то он... Он импульс потерял просто, его засайдрафтили. Предыдущего догнать не может. Вот сейчас догнал, все, уперся. Очень плотно едете. Тебе в три овали место оставляют люди, то есть ты можешь чуть-чуть правее ехать. Понял. Блять, они очень широко едут внизу. Там вот какая-то машина через одно, она не особо едет куда-либо. Аккуратней. Справа чисто. Гармония, аккуратней. Блять. Аккуратнее. Нормально. Пол, 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 пол. Гармошка собралась впереди, но вот раз среагировал. Тут меня в жопу догнали немного. Они очень быстро что-то замедлились как-то. Ну, блять, неожиданно было. Да. Тебе, кстати, вот на этой позиции хватает топлива до конца гонки. Да-да-да, он сейчас полезет, наверное, передо мной опять этот ассасин. Ну, у тебя справа чисто, смотри, ситуация. Не, пока внизу, чтобы если замес, хотя бы опрон был. Ну, правильно. Кстати, вот в том моменте хотя бы вот и объехал, а там много машин пострадало.
Половина. Что-то они поджимают прям жестко. Там третий ряд, что ли? Я отпустил. Мне страшно было из-за черной тачки. Можешь прибавлять. Я стараюсь, стараюсь. Они втроем понизу очень плотно едут. Вот сейчас замедлились, их залузило всех троих. Но лучше, наверное, да, выдерживать вот такое какое-то безопасное расстояние. Ну, попу. Там я просто, блядь, на меня несло машину, я немного поднял. Кстати, позади тебя всего одна машина в нижней линии, а дальше бездна, провал. Понял. Видишь, что происходит? Они постоянно какую-то гармонь собирают. Меня еще лузит тут нехило, блядь. Машина явно настроена под внешку. Я это еще вчера заметил. Опять какая-то ебала. Так, там одна машина сейчас ушла с верхнего ряда вниз, сейчас быстрее поедете. Но будет гармонь скоро. Сейчас вы его догоните, эту одну машину. Вот все, они уперлись. Ты уже устал? Да. Че, хочешь заменить меня как-то? Не, я просто смотрю, это мотать начало влево-вправо. Но тут и шины, и усталость, и руль. Так, Илюх, мы только начали, надо собраться. Ладно. Блять, справа начал прыгать нахуй. Очень близко справа было. Я вижу, вижу. Я отпустил. Справа чисто. Ну, я последний сейчас в этой группе, там на один сзади, да? Да. Так что можешь расслабиться. Все, окей. Можешь даже так близко не ехать, ты из драфта не выпадешь. Да, я понимаю. Меня еще устроит вот это место и 4НК. Подожди, не думай об этом, надо доехать. Потом уже будем смотреть, устроит, нет. Вот так нормально ехать, не отстанешь, ничего. Я так понял, все дристанули кругового. Сейчас нижний ряд умрет. Мне снова появился. Гармонь сейчас будет снизу. Блять, чё он так поджимает, козёл этот, на Махиндре, блять.
Чисто справа, я не знаю, ты предпоследний, может быть, стоит... Ну, так и иди, в принципе, не лезь, наверное. Я бы на твоем месте, вообще, если ты хочешь сейфти набрать, пропустил бы этого 26-го и встал бы чуть повыше, наверное, чтобы он проехал. Понял. Ну, я знаю, ты все равно не удержишься, ты на последних там 5 кругах полезешь. Скажешь, погнали. Ну, а если будет на последних кругах ситуация, то полезем, а сейчас... Прибавляй, 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 там машина стену зацепила, бок о бок идете. Все, объехал. Топи, топи, топи. Лови, за ними драфт отстанешь. Крой вернешку, мнешку крой. Блядь! Пизда. Ну, ладно. Как так там? Ну, блядь, ладно, ладно, ладно. Вынесло к стене. Ты как-то... перепаниковал, блядь, там не так все плохо. Нет, вы уже начали отваливаться резко. Дай потому что вы начали сайдрафтить. Ну ладно, что, инков нету, едь. Мне нельзя вообще к стене вставать, это забей. Там был бы шанс, я уверен, присосаться. Это все нормально, мы в таком круг проигрывались и чуть не выиграли, едем. Можешь попробовать, кстати, четвертую подрубить, может быстрее поедет, но на свое усмотрение. Да забей, там сзади едут, может быть, сейчас за ними подсосусь. Скажешь, когда там встать можно. Бок о бок. Бок о бок. Вставай, быстрее, 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 быстрее. Блять, да не получилось, что ли, что ж такое-то? Да все нормально, сейчас еще этого обгонят. Он сейчас за ними встанет, а ты за ним. От предыдущей за ней иди. Прям точно по его пяткам. Она нихуя не едет, я не знаю, в чем дело. Надо было, видимо, чиниться все-таки. Да я нет, тебе серьезно говорю. Ехал, это, может, ударились, потому что. Сейчас я гляну. Она вообще не подсасывается. Пиздец. На крыло помяли. Но она не едет. Забей. Просто вообще. Подруби ее четвертую, попробуй. Мотор не... Сколько оборотов? Нормально? Ну, 7800. Да, на четвертый, на километр в час больше, но... Сейчас сзади еще группа доедет у тебя попозже, и там уже потом пятую врубишь. Бля, так не хватит топлива. Пятую врубай. Ладно, главное, что инков не получил, хер с ним, гонка неудачная. Но я в любом случае я не мог там нормально удержать машину, потому что у меня руль, ну, вообще без отдачи. Ну, это невозможно было. Когда тебя выносит куда-то, ты его даже прямо поставить не можешь. Мне надо компьютер перезагрузить, да и потестить, появится ли форс-фидбэк. Ну, естественно, я дернул руль, блять, я же его не чувствую, чуваки. Я это еще в начале гонки сказал, что ехать будет очень сложно. Представьте, что у вас просто пластмасска, в которой никакой отдачи, ничего, которая крутится без сопротивления малейшего. Так, сзади догоняют. Подрубай четвертую. Оставайся снизу, пускай они сверху проходят. Пятую врубай, пятую, пятую, пятую. Бок о бок. Можешь чуть повыше взять драфт брать. Вот, они вниз опускаются. Так, бок о бок так и идете.
как-то, блядь, не берется. Так все нормально, езжай. Все, главное, что ты теперь не один едешь. Я даже за ним присосаться не могу, я ничего не могу сделать, блядь. Потому что тебя машина сбоку останавливает, я поэтому тебе тогда и говорил, крой быстрее. Вы сейчас друг друга тормозите, потому что бок о бок едете. Ну, охуенно че. А он не может сзади меня встать? Мне кажется, проще тебе приотпустить, и пусть он, блядь, этот упертый едет вперед. И экономит солярку на пятой передаче. А, ну это полудурок, который меня выбил вначале. Я запомнил, у меня 666 написано. Ну, что-то с тачкой не то явно, я хуй знает. У нее типа с максималкой... Ну ты там сильно ударился, говорю. Она была целая, а сейчас у нее крыло мятое. Ну, визуально она была целая на 40 секунд. Там в лидирующей группе нет каких-то намеков на аварию. Давай я тогда выключу споттера и перейду туда. Бок о бок идут. Они сейчас трех круговых догонят, может что-то будет. Блять, ну что он делает, а? Ну, топлива нормально хватает. Десять кругов и все. Будем круговыми.
Так, ну немного темп упал. Что там в лидирующей группе случилось, что-нибудь так тошнет? Да там, блядь, один куда-то кого-то задел, начал вылетать по траве, вернулся, там кого-то чиркнул, другого занесло, цепная реакция, и, короче, все дальше поехали. Ну, у них все, у них борьба началась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин снизу. И шесть поверху. Вопрос времени, я думаю. Блять, я к тому моменту просто круговым стану, вот в чем проблема. Ну да. Ну ладно, у них темп на самом деле говно. Видимо, там тоже дрочево. Там второе место первое не догоняет. На большом расстоянии держится. Блин, даже в Нисе финиш был весь в желтых вчера. Уже двое как это ударились, как это и вот за последние сколько, кругов 5, наверное. И в том же самом месте все. Блять, наш немецкий друг все-таки скинул меня по ходу из слепстрима. Я просто не могу держать эту траекторию ебанутую. Не, нормально, ты никуда не выпал. Ты вот специально... Не, нормально, подсосался снова. Блять, ну нахуя он так едет-то, блять? Я просто не понимаю, он чё, ебанутый, что ли? Вот зачем? Ну реально, мы же времени теряем до хуища, когда он к этой стене жмется. Ее еще невозможно удержать. Что за баран, блять? Зачем он это делает?
Я хуй знает, типа по оптимальным самым линиям, наверное, едет. Какая разница, мы вдвоем, блядь, ехали нормально по любой линии. Теперь, блядь, по секунде проигрываем. Ну что за ебанат, просто а? Чуть ниже бери, чем он на выходе, чтобы до стены не доехать. Ну, в следующий раз. Блядь, ну мы время просто просираем. Типа, быстрее. Он этого не видит, что ли, или чё? Мы ехали, держали 7 секунд, блядь. Ну, я просто в ахуе. Господи Иисусе, что за ебанаты, бля? Блин, мы могли не стать круговыми, а теперь, мне кажется, станем. Они бок о бок едут, так что им целая проблема будет вас обогнать. Ты его решил обогнать? Да, чтобы локитоком быть. Если получится, конечно. Тачка-то у меня не едет, нихуя. Не, не получается. Замес, Илья, все, кушан. Найс. Че, заезжаем, как считаешь, или рискнем? Тебе нужны очки? Не. Тогда, наверное, лучше заехать и поменять резину. Давай я, наверное, и вычинюсь тогда тоже, что ли. Ну, вычинить, да. Или, погоди. Нет, давай, короче, рискну. ГВЧ и вся хуйня, пизду. Ну вам еще надо Пискара догнать. Тебе его еще и обогнать. Он на задней прямой, тебе надо мимо него проехать, по идее. Да-да-да, мне минус один круг пишет, хотя это неправда. Но сейчас обгоним. Просто ты, если не заедешь, так. Лидеры прямо сейчас уже поедут в пит. Они, то есть, успеют поменять резину и выехать. Ну мне-то надо обогнать сейчас. А, ты еще не обогнал даже? Да, блять, он стоит нахуй передо мной, этот еблан! Вот, посмотри, он просто встал, блядь, на трассе. Ну, я не знаю, теперь надо заезжать, наверное, или что? Нет. Окей. Так, езжай. Ну, тут, я думаю, надо заехать, потому что... Тут уже терять нечего. Вот сейчас заехать. Ага. Внимание, локидок. 11. 11 круговых получил локидок, пропусти его сверху. Я все выставил. Плесни немного, ага. Ну я там 7 литров добавлю, этого хватит.
Так, она и так хватает, но вдруг... Я сейчас каким буду, если я все равно последним, да? Ну да. Да, так же заезжай, нет смысла оставаться. Открыт, Пит? Да. Угу. Из Поттера вышел, он тебе отсчитает. Хотя тут кто-то стоит, блядь. Следи за пискаром, короче. Бокса 10. Так. Пискар в Т3 заходит. 3, 2, 1. Стоп. 57 секунд. Ну, буду чиниться до победного. Я тебе скажу, куда выезжать. Угу. Она у тебя заведена? Нет, заведена. Угу. Может уезжать? Нет, просто заведи мотор. Заведен, заведен. Все, езжай. Пошел, 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 пошел. Как раз впереди соперника выехать. Ой, блядь, сильно... Сильно превысил. Черный не дали? Нет. Ну, слава богу. Сколько у тебя ремонта было? 30 секунд осталось. Угу. Так, это уже глыча. Искар Т2. Ну, успею, наверное. Не потушил, да, сейчас рестарт будет. Конечно, успеешь, ему еще всю заднюю прямую еле ехать. Ты в три ряда полезешь, как по, да, да, то же самое сделаю. Не знаю, получится, нет. Подъедь к номеру 16. Пусти номер 16. Мне пустить надо кого-то, но я не знаю, где он, 16-й. Где он, блядь? Он прям за тебя, 1,7, 1,6, 1,5. Быстрей пропускай его, если тебе его надо пустить. Ну надо, ну блять, как я его пущу? Потом съедь. Тебе черные дадут. Охуенно он, ну, делает, блять. Ну... Все нормально, обгоняет. Ну, давай за ним. Быстрее, быстрее, сейчас рестарт уже будет. Да аккуратно. Я понимаю, ну что я могу сделать, человек не все едет. Нормально, все нормально, разгоняйся в пол, хуярь. Ну, ты видел 16-го? Да, 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 все нормально, едь, прорываешься. Бок о бок, чисто. Чисто. Снизу все закрыто, Илья. Да я вижу. Бок о бок, бок о бок. Бок о бок. Там направление, разворот. О, вниз, уходи, вниз. Вниз, вниз, вниз. Да иду, вниз, иду, 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 иду. Молодец, молодец. Вверх. Красавец. Все, и до финиша. Блять, ну 8 иксов. Бля, мне надо пропустить. Места. Меня сейчас дисквальнут. Ничего не А, нет, все, понял. Там ну, еще круг. Братан, мне просто 16-й старт испортил. Да я видел, он еле ехал, блядь. Тут не будет трех ГВЧ, да? Надо. Да, второго. Нет, тут один ГВЧ. Все. Да, блять, я зря 5 час потерял, потому что 8 инков и этот ебучий парашник на 16-м. Ну что за урод, блять? Ну зачем так делать, я не понимаю. Причем он ехал, блять, он... Блять, ну это просто урод, нахуй. Я не понимаю таких людей. Сейчас, может, дисквальнут еще кого-нибудь. Они там все затормозили на клетчатом. Возвращайся в бокс, и мы закончили. Забейте, ну это пиздец. Я пропусти таких... Пропусти номер 8, пропусти номер 2. Догони номер 4. У ебанов просто в жизни не видел, как 16-й. Это просто конченый, блять, мразь. Номер 16. Он мало того, что доехал в итоге до всех, только он встал в 20 метрах, блядь, от предпоследнего. Зная, что за ним еще люди. Бля, в пизду.
какое-то одно расстройство. И в итоге еще и нихуя безопасности не будет. Что это за помойка? Минус 12 кругов. Нахуя мне вообще его надо было пропускать? Ебучий айрейсинг, блядь. Посмотрите на урода, блядь. Он никуда не спешит, ему нормально. Ну, да, блядь, человек едет, блядь, на построение, когда остается один поворот до старта. Просто посмотрите на этого урода, блядь. Вот он. Я, блядь, уже опрон дал. Ну, давай, давай, блядь. Ну, охуенно. Восхитительно просто. А это вот красавчик 25-й. Пиздец. Не, тебе, кстати, нормально насыпали. Я думал, в ноль вообще дадут или минус от плюса. Причем плюс того и плюс того дали. И рейтинга, и сейфти. Че с рулем теперь понятно. Сегодня все, не знаю, настроение испорчено полностью из-за этого урода. Так. Как бы потестить эту херню? Короче, я перезагружу компьютер сейчас. Стрим тоже упадет.